Решение по ремонту Дома культуры было принято Алексеем Кокориным после обращения граждан во время его рабочей поездки в Притобольный район минувшим летом. Местных жителей волновал вопрос ремонта ветхого здания, который не проводился 42 года с момента его постройки. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин лично выехал на объект, чтобы проконтролировать ход работ. По словам директора строительной компании Александра Киселева, на данный момент уже заменены кровля, оконные и дверные блоки Дома культуры, проведена промывка и опрессовка системы отопления. В данный момент ведутся штукатурные работы, ремонт зрительного и танцевального залов, фойе здания и всех вспомогательных помещений. Несмотря на это, сдача объекта отстает от графика. По словам подрядчика, темпы работ по фасаду сдерживает несвоевременная поставка строительного материала. Для выполнения внутренней отделки, как оказалось, недостаточно рабочих. Всего на объекте трудятся более 20 человек. Глава региона поставил задачу увеличить число занятых на объекте людей и завершить все работы до 10 декабря. Кроме того, Алексей Кокорин обратил внимание на оснащение Дома культуры необходимым оборудованием. Визуально кажется, что объем работы большой, но все подготовительные работы сделаны. По фасадным работам, я думаю, что они в течение недели сейчас вот получат облицовочный материал. Все это закончат. Внутри с теплом, с электропроводкой все нормально. Я убежден, что к Новому году это будет настоящий подарок для жителей районного центра, Притобольного района. Александр Мироненко, Виталий Грызлов, Светлана Пестерева. Информационное агентство «Курган.ру».